Мы бережливо относимся до исторической памяти каждой эпохи, подеи якой формировали духовную основу нации, гартовали волю и характер белорусов. Гонаримся летописом Полоцкого князства, одного из трех державно-утворальных центров старожитной Руси. Имены наших соотечественников, которые народились на этой святой земле, Рогнеды, Усяслава Чародея, Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Семена Полоцка, назавсёды вписаны в историю усходнеславянского средневечья. Нам важно памятать, что менавіта на основе белорусского этносу створилось уникальное для своего часу державное объединение – Великое князство Литовское. Это была первая белорусская держава, что в этом оборонном союзе с прибалтийскими племенами славяне научили их грамоте, познакомили с философией христианства.